конечно, тоже ожидаю, но главное сейчас в процессе у меня такое чувство, что мы собираем мозаику из этих маленьких картин. Это опять-таки процесс, вот собрать мозаику и показать. Но вот это собирание мозаики, они вот как отдельные части, как совершенно самобытные, самодостаточные, как получится. Это какое-то волнение перед какой-то хорошее волнение. Да. Присутствует даже в процессе. Это задача, которая не сковывает, а наоборот, освобождает, инспирирует. Давай будем этим лозунгом. Сделаем хорошо или еще лучше.